Здравствуйте. Сегодня только я сегодня рано проснулась и опять с чем-то проснулась. Смотрю про Ирину Фурио новости, что она умерла. Сейчас я два отрывка я скачала, спеціально смонтирую. Ну, мій Дмитрик, внук, якому 3,5 роки, заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось грішу, який до нього каже «Привіт». І мій внук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови. Тому що дитина приходить знервована до хати і каже: «Бабусю, в садочку є москаль». А бабуся каже, що москаля треба знищувати. І Дмитрик знищує москаля. Він йому ставить щелепу, він йому ставить правильний прононс. Тобто всі ці родителі, які сюди приїхали зі своїми москворотими чадами, мають розуміти, що їхній ребенок, не ребенок, що це дитина, яка має в дитячому садку говорити, якщо це державний чи приватний садок, має говорити державною мовою, аби ця моя дитина не набиралася бліх московського язика. Якщо тобі не подобається це, які проблеми? Сів на танк з буквою Z і з буквою V, зі своїм виплотком і гибанув звідси. Сьогодні розмова дуже стисла про 5-літній термін перебування на посаді президента. Людини, яку ми вважали позаполітичною. Хоч насправді його 95-й квартал, який був заснований у 2006 році, був носієм абсолютно політичної ідеї. Суть цієї політичної ідеї 95-го кварталу, де головним актором, септоклоуном був Зеленський, це продовження Совка в Україні. Це робота на руський мір. Це повна вмонтованість у московську культуру і не лише через московський язик, а через цінності, які він сповідував, і ті люди, що були довкола нього. Якщо висловитися метафорою, щоб ви поняли, мені кажеться, знаєте, от тут перший отрывок, який ви зараз побачите, где она про президента говорила. Ну, во многих, во все времена убирали людей, которые были категорично не согласны с властью. Вспомните Немцова. Кто-то может сказать, ну, украинское правительство же не такое. Ну, все правительства на один лад. В итоге, после многих лет правления, они как все на один лад себя ведут в таких ситуациях, где подрывают их авторитет. То есть у него было вот это, я недавно просто включила и посмотрела, что она начинает про президента говорить, что вот он не оправдал и так далее. Вот этот отрывок сейчас посмотрите. Плюс еще я начала, знаете, как-то листать, уже очень много в лентах появляется ее видео. Я вот это видео, если честно, я не видела про внука, как она сказала. Я слышала об этом, то, что она говорила, что внук ее бьет в садике детей, которые говорят, разговаривать на русском языке, но я это не слышала. А тут я вот сейчас тоже этот отрывок я посмотрю, включу, вставлю его. Хоть я не люблю монтировать, видите, я его вставлю. Это просто что-то ужасное. Вообще нужно быть осторожным в высказываниях. Ты когда призываешь к насилию, то насильство в итоге может оказаться, посетить твою улицу, так сказать. Я это услышала, мне аж дурно стало. Очень я рада тому, что многие не разделяли ее позицию, многие считали ее неадекватной. Она правду говорила, но чересчур жестоко, радикально, не было у нее полутонов. Ну, такие люди тоже должны быть. И прихильников у нее много, конечно же, но в основном с ней были люди не согласны. Даже те, кто был за то, чтобы все перешли на украинскую мову. Вот я сейчас тоже выставила рилс в Инстаграме, и там начинается вот это уже ругань, что она все правду говорила, другие говорили, пусть идет туда, куда она посылала. Многих, знаете, она военнослужащих, хоть она и говорит, что я ничего такого не сказала, военнослужащих она очень обидела, которая, она как-то сказала, что нужно закон о мове, чтобы этот закон о мове придерживался, внедрялся в вооруженные силы Украины, и там придерживались. А служат там в основном, ну не в основном, 50% точно это русскоязычные воины.
Вот я сейчас нахожусь в Братиславе, я не знаю, это ничего не добьется. Ну да, кто пришел, пришел, молодец. Но 98% украинцев в Братиславе, например, разговаривают на русском языке. Русская речь везде. Я не знаю, сколько времени должно пройти. Даже вот украинская речь, она режет слух. Вот я когда вижу украинца, она как-то аж о. Я сразу поворачиваюсь, потому что... А так иду везде русская речь. Ну, в итоге, я не знаю, за что ее была борьба. Это еще, знаете, такой вот человек. Есть люди, которые... Они борются, они всю жизнь борются. Вы вот не замечали? В вашем окружении, наверное, такие есть. Они просто всю жизнь борются. Все свои убеждения можно по-разному высказывать. Не с автоматом в руках, не в бронежилете, не вставать в воинствующую позицию. Можно по-другому довести. И когда ты доказываешь по-другому, тебя больше прислушивают. К тебе больше прислушиваются люди, конечно же. Не знаю. Конечно, никому не дано право убивать, кого-то он очень сильно задел, или это какое-то заказное убийство. Потому что вот, когда я послушала день назад, да, по-моему, день назад или два дня назад, она, вот зайдите на ее канал, послушайте, она про 5-летние выставки она сделала. Я вот только немножко послушала, мне уже, знаете, закралось такое сомнение. Во всяком случае, можно предположить, что ее убрали. Некоторые пишут, что ее убрали, потому что грядут какие-то события в Думе, и вот надо отвлечь людей. Я сейчас уже на что угодно, чему угодно могу поверить, что любое правительство, любой страны, оно ходит с какую-то такую, принимает такую форму нечеловеческую порой, что может пойти на любые, абсолютно любые действия. Могут и убрать. Для них человек, что ну, какой-то шурупчик просто, винтик, могут и убрать тебя только потому, чтобы, ну, такое неугодное. Понятно, что она была неугодна всем, только потому, чтобы отвлечь внимание. Ну, сколько там? Ну, поговорят неделю. Поговорят неделю, а человека нет. Как бы я к ней не относилась, ну, я к ней, во-первых, нормально относилась. Мне нравилась ее позиция, что она вот так рьяно стоит за мову. Ну, кто-то должен был стоять за язык, понимаете? Но не согласна во многом я была с ней. Но убивать, лишать жизни человека только потому, что он думает по-другому, даже в такой форме, как она высказывалась, никому не дано права, естественно. Вот, поэтому... Сейчас знаете сколько? Сейчас 6 часов утра, пока я сейчас монтирую, я не знаю, когда там этот... Выставлю, сейчас постараюсь выставить, не знаю, я уже буду скоро ехать домой, потому что, ну, все, что надо, я узнала, программу минимум я выполнила, даже деньги заработала столько, сколько я хотела заработать. Знаете, я косички сделала, и вот косички, и получилось, что это такая прическа. Ой, сегодня не жарко, мне эта жара уже достала. Просто уже достала эта жара. Да, я еще почитаю, я еще хочу послушать ее видео про президентское. Мне вот во многом то, что я послушала, чуть-чуть я послушала, но практически во всем я была с ней согласна. Нет, все-таки я думаю, неугодных убирают. Убирают. Тут ничего не сделаешь. Нужно вообще в Украине быть очень осторожным в высказываниях, потому что много людей, вообще по жизни нужно быть осторожным в высказываниях. Много людей сейчас приходят с нарушенной психикой, и у многих оружие есть. Поэтому сейчас будет сейчас рассчитаться за свои слова на раз-два. Можно лишиться жизни или быть просто покалеченным. Поэтому, а после войны будут, хотя когда эта война закончится, после войны будет еще хуже. Начнутся выяснения, а ты воевал, а ты не воевал, а что ты делал, ой, мериться силами будет, я не знаю. Я просто уже отсюда со стороны смотрю в Украину, я понимаю, что она будет долго, наверное. Долго война. Когда раньше говорили 10 лет, я думала, ну это какой-то маразм, как-то 10 лет, кто такое может сказать. А сейчас я понимаю, что да, война может 10 лет быть, потому что это выгодно. Это уже превратилось в бизнес, уже про нас забывают, и это бизнес. И страдают и с той стороны люди. Я вот разговаривала со знакомой, она в России живет, она говорит, у нас просто ужасно, что творится, приезжают с войны люди, которые с тюрьмы, во-первых, они с тюрьмы, они убийцы, убийцы едут на войну, то есть им дают лишь свободу, в обмен на свободу, иди на войну, и они так идут в войну, какие они будут приехать, если он в нормальной мирной жизни, он был убийцей, или, ну, там,
Какой он может прийти? Ну, после войны. Какой он может прийти? Будет тяжело. Неважно, кто прав, кто не виноват, а виноват и в этой ситуации. Когда человека нет живых, уже все это уже бессмысленно. Прав ты был, не прав, как ты высказывался, и все. Есть право на жизнь у человека, и все. Никто не имеет права его лишать. Ладно, сейчас я смонтирую и выставлю.